Ну что, ребят, попробуем туборг микс оранж минт, то есть апельсин и мята. 6 градусов, пивоваренная компания Балтика. Ладно, давайте хуй с ним, состав вкратце зачитаю. И название вот здесь вот. Вода питьевая очищенная, соль пивоваренный, ячменный светлый, ячмень пивоваренный, сахар, лимонная кислота, сок черной моркови концентрированный, ну это краситель. Так, ароматизаторы еще тут. Красный апельсин и мята. Растительный экстракт какой-то. Натуральные вкусоароматические вещества. Масло мяты, блядь. Сок концентрированный из апельсина, хмелепродукты. Так, алкоголя 6. Короче, состав хуйпоймический, сейчас, секунду. Чё, пробуем? Пробуем. Блядь. Да хуй знает, вроде прикольно. Ну это, да, это вся хуйня на любителя, как бы. Как я и говорил, как и думал, так и есть. То есть кому-то вообще, блядь, не понравится абсолютно, а кому-то будет прямо хорошо. Я не знаю. Это на любителя все. Все вот такие напитки. Гараж, блядь. Эсса, хуесса, вот это туборги фруктовые, блядь. И это все напитки, они на любителя. Тут однозначности нету, как бы. Вот. То есть нельзя сказать, что это полное говно там, или это, блядь, охуенно. Это уже на вкус и цвет, просто на вкус. Но по качеству, в принципе, сойдет, как бы не сдохнешь, я думаю, от одной банки такого пива. Бля, вкус ничего такой, нормально. Короче, мне для разнообразия сейчас зашло. Вкус пива надоел стандартный. Чисто для разнообразия, поэтому я и взял фруктовый. Но мне сейчас в данный момент зашло, я не знаю. Чисто для разнообразия именно. Вот, поэтому вкус, да, легкий такой апельсин, сладенький, не кислый. Вот, и немножко мяты где-то там на заднем плане. Все, пока.